В Россию из Испании экстрадирован осужденный за мошенничество бывший директор УПРДОР «Волга» Сергей Гаврилов. В 2015 году он был приговорен к 4 годам лишения свободы. Но от отбывания наказания скрылся, и в 2016 его объявили в международный розыск. Задержали Гаврилова лишь спустя 3 года в Испании, и еще через 2 преступника выдали России. Согласно приговору суда, в мае 2012 года Сергей Гаврилов в должности начальника управления автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства содействовал в предоставлении информации и устранении препятствий для хищения денежных средств компании «Чувашавтодор» в размере 11,5 миллионов рублей. Деньги были переданы Гаврилову и другому лицу в качестве вознаграждения за якобы совершенные ими действия по фальсификации результатов аукциона на право заключения госконтракта. Кроме того, с апреля по сентябрь 2013-го Гаврилов заключил госконтракты на ремонт автомобильных дорог, которые находились в тот момент на гарантийном обслуживании у других компаний. В результате бюджету Российской Федерации был причинен материальный ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. В настоящий момент данный гражданин уже находится на территории России и ожидает исполнения приговора суда. Кроме того, хотелось бы отметить, что в отношении данного лица в суде в настоящее время рассматривается еще одно уголовное дело, по которому он обвиняется в совершении превышения своих должностных полномочий.